Привет, друзья! С вами снова программа «Бурдукварь», и мы продолжаем упражнение на развитие вашего слуха. Одной из главных особенностей чистого пропевания мелодии и скачков в ней является предслышание того интервала, куда должен пойти голос. Так вот, предслышание тоже можно развить. В упражнениях на развитие предслышания интервала мы будем использовать уже знакомую нам гамму до-мажор, а главное — это основное трезвучие гаммы до-мажор, то бишь ноты до-ми-соль. Нам будет очень важно запомнить звучание именно последовательности имеющихся нот. Пропевайте целиком аккорд. До, ми, соль, ми, до. Далее обращайте его, то есть переносите нижнюю ноту наверх. И у вас получается аккорд. Ми, соль, до, соль, ми. Еще раз обращайте его, нижняя нота наверх. Пропевайте это обращение, а дальше попытайтесь вспомнить, как звучал предыдущий аккорд. И предыдущий. Ваша главная задача – пропевать аккорд и его обращение акапелла, то есть не подыгрывая себе, максимально стараясь запомнить, как звучали те звуки, которые вы только что исполнили. Сейчас для того, чтобы вы тренировались, не отходя от экрана, мы попробуем с вами пройти аккорд и его обращение, но в тональности ля минор. Ля, до, ми, до, ля. Дальше попробуйте вернуться по памяти. Но я, конечно, вам подыграю. Тренируйтесь постепенно. Сперва, конечно же, подыгрывайте себе, а потом, чем дальше, тем чаще старайтесь петь по памяти. Чтобы усложнить себе задачу, попробуйте петь ноты аккорда, не подыгрывая их себе по очереди, а сразу внутри аккорда. До, ми, соль, ми, до. Таким образом вы будете тренировать предслышание интервалов. Следующее упражнение для продвинутых пользователей. Попробуйте научиться подстраивать интервал к какому-либо звуку. Например, у вас есть звук до, и к нему вам нужно подстроить терцию. Ми. При этом, чтобы основной звук до у вас оставался звучать. До, ми, до. Или, например, кварту. До. Звучит. Фа. До. Обязательно подыгрывайте себе и проверяйте, правильно ли вы попали в нужную вам ноту. Следующий этап развития вашего слуха требует минимальных знаний гармонии. Что такое тоника, субдоминанта и доминанта. Умение запоминать их звучание поможет вам точно так же ориентироваться в музыкальном пространстве. До, ми, соль, ми, до. Фа, ля, до, ля, фа. Соль, си, ре, си, соль. До, ми, соль, ми, до. Главная задача здесь не просто спеть, подыгрывая себе, а именно запомнить эти сочетания расстояний и петь акапелла, то есть без инструмента. До, ми, соль, ми, до, фа, ля, до, ля, фа, соль, си, ре, си, соль и так далее. Не обязательно петь в полный голос, то есть не пытайтесь дать плотного, массивного, грудного звучания. Пойте так, чтобы вам было комфортно. Главное здесь это частота интонирования.